Просто хочу еще такую информацию вам дать, да, рассказать. В книгах пишут, что роза, она пахнет, как пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Говорят, что роза выросла в том месте, куда попала капля пота посланника Аллаха. На розах у нас чуть-чуть шипы есть, будьте аккуратны, осторожны. Сначала я хочу, чтобы все дети вышли. Мурат, ты к ним передай розы. Когда я начну исполнять нашид о маме, вот тогда они будут идти и передавать розы своей маме. Договорились? Мурат, отдавай. Действуй, чтобы время не терять. Ну, конечно, будет хорошо и справедливо, если каждая сестра, которая сегодня в зале, наша получит розу. Но вы должны моей команды ждать, договорились? Хорошо? Пожелать любви
и здоровья помогать.